Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, обязательно на него подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народу участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CSGO, мы разыгрываем еще и ключи на игры. Каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на новую баночку Адреналин Раша, абсолютная энергия, а именно вот тут. Посмотрите на надпись, какая-то новая надпись здесь появилась, то есть дизайн банки Адреналин Раш чуточку изменился. Не знаю, возможно, изменился вкус. Сейчас мы это узнаем. Будь собой, перечеркнуто, проще. Типа, сначала они такие, будь проще. Или же это типа имеется в виду, общество навязывает тебе такую тему, будь проще. А ты такой, нет, будь собой. Внутреннее я говорит тебе. Покупал в магазине без названия, в прямом смысле этого слова, за 120 рублей. В магазине напиток хранился просто на полочке. Пришел домой, закинул в морозилку, где-то часик там полежало. Поэтому энергетик довольно-таки холодный. Вот как раз Адреналин Раш еще и затестим. Попробую я его. Я вот давно уже не пил этот адреналин. Адреналин Раш. Я уж давно не пил этот Адреналин Раш. Сейчас, в принципе, попробуем. Так, Адреналин Раш, когда там был у меня обзор на него? О, давно он у меня был, 22 июля. Его можно, в принципе, переделать по той причине, что там я ролики только делал, только начинал, только начинал пить энергетики. Хотя, в принципе, с одной стороны, все равно. У нас в любом случае новая банка, чуточки изменен дизайн, а если дизайн какого-нибудь продукта меняется, это значит, что я делаю обзор новый. Потому что, по сути дела, это уже новая банка и, возможно, новый энергетик. Все, погнали пробовать. По запаху он даже не похож на оригинальный, кстати, энергетик Адреналин Раш. Он похож на такой безвкусный, что ли. Не знаю. Вот ты берешь другие энергетики оригинальные, и там какой-то вкус барбариса есть. Барбариса, жвачки, чупа-чупсы, я это так называю всегда. А Адреналин Раш, это просто как будто какая-то хрень. Типа этот. Просто какая-то вода, газированная вода, с чуточку каким-то ароматизатором. Вот реально. Еще такое ощущение есть, как будто бы сахара мало в энергетике. Малое количество сахара.
Вот реально, за то время, пока я делал обзоры на энергетике, это год. Год и один месяц. Я понял, что Адреналин Раш, он на самом деле не такой уж и прикольный энергетик на самом деле. Это просто какой-то такой распиаренный бренд, что ли, так скажем. Не знаю, мне не особо нравится Адреналин Раш. Вот, ну, именно дефолтный, обычный Адреналин Раш. Есть просто подразделение. Есть Адреналин Game Fuel, игровая энергия. Вот там базару нет, там энергетики вкусные есть. А вот эти Адреналин Раш 0 сахара, Silver, Blue, не особо прикольно. Даже вроде апельсиновый вкус. Не особо классный. Если что, на все Адреналин Раши у меня есть на канале обзор на просто адреналин. Вот, кстати, недавно пробовал Адреналин Стронг. Еще в 2020 году он выходил, этот адреналин. Очень вкусный. Очень вкусный. В том плане, что... Вот там оригинальный вкус Барбариса, вот этот, который оригинальный, как мы любим. Там он есть. Вот это вкусная темка. Хотя, может быть, это работает таким образом, что, как сказать, адреналин раш это, ну, именно энергетик, он такой брутальный черный цвет такой. Брутальный черный цвет такой для мужчин, типа, без чувств, без вкуса, там, такой газированная вода с кофеином и с таурином. Типа, может, это так рассчитано, не знаю. Ну вот, как раз, кстати, абсолютная энергия. То есть чисто фокус в этой банке может на энергию в натуре. Чисто, чтобы придать энергии, а не ради вкуса. Не знаю, может это так работает. Так. Что там еще? Идет сообщение, поток идет и идет. Когда вот видео снимаешь, всегда так. Это специально разработанный комплекс ингредиентов, который даст заряд энергии, для чего бы он тебе не понадобился. Это имеется в виду про надпись. Судя по всему. Так. Почему про кофеин здесь нет надписи, кстати? Почему-то в составе все написано. Ну, про кофеин именно. Кофеин, в том числе в гуаране, не более 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. В принципе, это дефолтный обычный показатель. И вот тут есть такая табличка, вынесенная отдельно, где написано таурин, L-карнитин вроде, да. Остальные витамины. Таурин 240 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Это огромный, ну как сказать огромный, большой показатель таурина в напитке. Ну, в принципе, здесь это прекрасно все, наверное, знают. Что в адреналине 240 миллиграммов таурина на 100 миллилитров напитка и кофеина 30 миллиграммов. Это, в принципе, дефолт. На этом, в принципе, все. В принципе, что могу сказать? Дефолтный адреналин раш, обычный. Такой, можно сказать, даже безвкусный. Оценка, в принципе, 5 из 5. Знал, скорее всего, ну, как сказать, скорее всего, знал, на что иду. Оригинального энергетик тут, в принципе, нигде не написано. Original. Поэтому все, в принципе, по факту. Абсолютная энергия, чисто кофеин и таурин без всяких там вкусов. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that.